26 і 27 лютого у БРУ пройде 8-й фестиваль творчості заміжних студентів «Сябровство народів». У різних номінаціях конкурсної програми з концертними номерами виступять заміжні студенти з 10 ВНУ Мінська, Могильова, Вітебська, Гомеля і Горок. Удільники фестивалю представляють такі країни, як Азербайджан, Гана, Грузія, Казахстан, Китай, Непал, Нігера і інші. Завершиться свято творчості гала-концертом лепших колективів і сольних виконавців, а так само урочистої церемонії узнагородження переможців. Кураторы интернет-проекта «Театральная Беларусь» Алена Мальчевская и Алексей Стрельников опытали театральных критиков, журналистов и блогеров, попросивши их назвать самые значные для Беларуси спектакли у 2014 году. Как поведомляет «Театральная Беларусь», наибольшую колькость баллов набрал спектакль «Чайка» театра КАС с Литвы. С белорусских спектаклей высшей за усих был оценен спектакль Республиканского театра белорусской драматургии «Мабыть» у постановцы Александра Марченко. У списе значных спектаклей есть «Фрекен Жули» и «Жанитьба» Могилевского областного драмтеатра. Режиссер Саулюс Варнас. Причем спектакль «Фрекен Жули» занимает 5-е место у топ-10 белорусских спектаклей. Нагадаем, что спектакль «Жанитьба» будет показан на международном театральном форуме «Март-Контакт». Билеты на фестиваль, дарэчы, еще есть у кассе. Матч чемпионату Беларуси по хоккею помеж Могилевым и Новополоцким химиком СКА отбылся в нашем областном центре. Поединок завершился перемогой господаров с ликом 4-1. Докладными ударами у шерагах мясцовой команды отзначились Былина, Кононов, Ковалевич и Владимирович. Гол престижа у гостей у третьем периоде провел Мянтюк.